Всем привет, друзья, вы на канале Jumping the Shark, и это уже пятая часть прохождения игры Among Trees. В прошлой части мы нашли рецепт костра и удочки, скрафтили удочку, нормально, хорошо так порыбачили, а скрафтили, конечно же, еще рюкзак на 16 слотов. И вот сегодня я хочу первым делом, наверное, заняться тем, что скрафтить костюм. Вот этот костюм у нас, наверное, пока не получится сделать, потому что я просто не знаю, где брать рогоз. А вот об этом мы уже можем задуматься, потому что здесь вроде бы нет ничего сложного. Тряпочка, ниточка, соты, и это с рыбалки добывается. Поэтому я думаю, стоит просто взять удочку и отправиться сейчас на рыбалку. Тем более рыбачить мы уже научились. Теперь это довольно-таки простое занятие. Сегодня хочу порыбачить немного с другого места. Просто обойти озеро из противоположной стороны. Вот здесь на камушке мне очень даже нравится. О, сразу сложная рыбка попалась. Да, но это не золотая, это просто большая. Опять тяжелая. Кажется, такая же, просто крупная. Да, снова просто крупная. Ох, как клев пошел, прям одно за одной. Что-то вот эта рыбка вроде не такая сложная, но сопротивляется довольно-таки сильно. Давай, 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 иди сюда. Есть. Нет, тоже просто обычная, оказывается. Ух, это вообще кажется какой-то очень простой. Да, и это оказывается золотая. Интересно. О, вот это снова легкая вроде бы. Возможно, это и есть золотая. И нет, это не золотая, это просто небольшая. Уже вечереет, а я только одну золотую рыбку, к сожалению, поймал. Вот это сложное, это крупное. О, и с нее тоже какая-то кожица упала. Но мне нужна вот такая. А вот есть еще вот другая. Это какая-то красная. Так, а ну-ка, 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 интересно. Подождите, как она называется? Валс Блейк Скин. Интересно, почему это она у меня не засчитывается в рецепт костюма? Так, ну мы уже знатно мерзнем, ладно, побежали. Вернемся домой, надо бы ложиться спать. И насколько я понял, рыбу лучше кушать сырой. Просто потому, что она слишком долго готовится, и на это уходит много веток. А если ее приготовить, она незначительно больше начинает давать. Ну вот сколько разница? 15-10%. Не так уж это страшно. И теперь посмотрим. В рецепте написано Waltz Blake Skin. А, вот, вот, засчитывает то, что одна из трех есть. Вот, есть, отлично. Все-таки это именно то, что нужно. Что ж, ложимся спать. И завтра вновь, скорее всего, на целый день на рыбалку. Я уж просто принципиально хочу этот костюм. Мне на него не хватает вот только этой чешуи. Все остальное просто-напросто есть. Прям дома сразу лежит. Поэтому остается поймать всего пару рыбок. И костюм наш. Ох, как быстро ее поймали. Так, еще какая-то другая. Сколько разных рыбных филе.
Так, еще одна золотая, отлично. Остается всего одна, так, вот она. Так это скушаем, чтобы лишний слот в инвентаре не занимало. И надеемся на удачу, что сегодня нам повезет еще одну рыбку поймать золотую. Ох, какая злая рыбка попалась. Так, вновь какой-то red skin. Для чего он, мы пока не знаем. Вроде бы в рецептах его нигде не было. Вот, есть, наконец-таки. Третья золотая чешуя. И мы можем отправляться домой. Спустя два дня, почти полную два дня рыбалки, мы достали необходимую чешую. Итак, взглянем на его статы. Небольшая защита от холода. Ощутимо больше стамины. Немного прибавляет скорости. И минимальный камуфляж. Хорошо, крафт. Снова AliExpress. Ладно, забираем нашу посылку. Если сравнивать со стандартным костюмом, в камуфляже разницы никакой нет. Ладно, надеваем. О, что это такое? Это дополнительная стамина. Да, это ячейки дополнительной стамины. Ух ты, как это сделано. Наверное, пока еще время есть. Я не буду спешить ложиться спать. Пойду лучше порублю. Как раз таки костюм нам прибавляет стамины. Да, и рубить с ним становится немного легче. Сейчас просто насобираем досточек и веточек. Для того, чтобы наконец-таки скрафтить хоть что-нибудь уже из декора. Просто посмотреть, как это выглядит. Очень интересно. Дерево полностью упало в камень, да? Да, и я оттуда ничего не достану. Так, ладно, все. Немного нарубили. Пока хватит, не будем рисковать. Возвращаемся домой. Уже почти замерзли. Да и можем сразу ложиться спать. Какое уже должно быть? Да, 19-й день. Так, чтобы скрафтить. Вон тут какая-то картина с медведем. Сова. Птичка на веточке. Еще птичка на веточке. Рыба. Так, ну я хочу одну картину. Ну и можно, наверное, такую сову или рыбку. Или можно вот такую что-то белочка тут или лиса. Кто это? Наверное, белочка. А, фокс, лиса. Не, хочу сову. А, и можно, в принципе, где хочешь повесить, да? Нет, ну, медведя точно моя первая картина. Я хочу повесить где-нибудь прям на видное место, над кроватью, что ли. Или можно вот сюда. Нет, здесь такая полочка. Может быть, получится поставить туда сову на полочку. А медведя пока вот примерно так оставлю. А, его в любой момент можно забрать. Отлично. Все, пусть стоит так. Так, теперь сову. Получится ли ее поставить вот сюда? Можно, отлично. Сюда на стол никуда нельзя. На подоконник можно, прикольно. Угу, у нее как будто бы есть это закрепленные места, куда можно поставить. Вот я хочу примерно вот как-нибудь вот так его посадить. Ладно, все, пусть сидит, хорошо. Берем палатку, крафтим костер. Так, еще веревочки нужны. Крафтим. Забираем костер. Откладываем все лишнее. Так, берем все самое необходимое. И отправляемся. А побежим мы вот куда-нибудь, либо вот сюда, либо просто вверх бежать.
Ну, побегу просто вверх. Так, вот не знаю, собирать мне что-нибудь или нет. Давайте пока рассчитывать на то, что с едой у нас будет туго. И собираем еду мы почти всю. В общем, осматриваемся по сторонам и собираем все съестное. Да, вот это проход к золотым деревьям. Ну, смола мне их уже не нужна. Насколько я понимаю, ну или по крайней мере запас дома есть. Так, ну здесь мы еще примерно недалеко отсюда, по крайней мере, бегали. Попробуем убежать еще подальше. Хотя, можно было побежать, вот по всей видимости, вот это вот край карты, и можно было побежать по нему. Может быть, так и сделать. Побежать максимально вот в эту сторону. Упереться в край карты. И по нему уже идти просто, куда он меня приведет. А, это уже известное нам место, да? Известное или нет? Ну вон там Мишка ходит. Просто здесь еще одна вышка, так в стороне немного от него. Да, сам медведь вот где-то вот там ходит. Вот, или вот там. Ладно, не суть. Просто я не замечал, что здесь тоже стоит антенна. Бежим дальше. Ух ты, а здесь какая-то пещера. Так, сюда не пройти. И сюда особенно не пройти. Да, ну, наверное, это не столько пещера, как больше недоделка разработчиков. Ну ладно, ничего страшного, побежали дальше. Ага, все хорошо. Проверил. Если что, палатку вроде как поставить сможем. Так, ну бежим мы уже довольно-таки давно. От дома отошли. Ну, в принципе, серьезно. Мы так далеко, наверное, еще не отбегали. Но еще даже не вечер. В принципе, наверное, при желании даже сейчас еще можно вернуться. Но мы, конечно же, возвращаться не будем. Единственное мне, что интересно, после установки палатки, можно ли будет ее собрать обратно? И будет ли она отмечаться на карте? Мне бы очень хотелось, чтобы она отмечалась на карте, чтобы потом я не мучился в ее поисках. Мы продолжаем бежать. И нам до сих пор ничего такого особенного интересного не попалось. Хотя, вот мы вышли на место лута. Наверное, я здесь сильно собирать ничего не буду, кроме тряпочек, которых у меня в дефицит. А, ну и гвоздей. Тряпочки и гвозди. Все остальное у меня есть. Вот так я уже убежал. И по всей видимости, ну вот если судить, какой здесь отступ под край, вот здесь вот, то тут в принципе здесь не так уж далеко, по всей видимости. Но я не уверен, то, что я смогу туда добежать. Хотя бы примерно вот где там уголочек. А это, по всей видимости, у нас угол карты, да? Да, похоже на то. Ладно, побежим дальше, посмотрим, как оно будет. Единственное, что я не подумал, возможно, в палатке не будет возможности сохраниться. И мне просто для того, чтобы завершить серию, придется бежать домой и дома сохраняться. И после этого только как бы выходить из игры. Кстати, я вот... А я и думаю, что-то странно. Я вот бегу вдоль стенки, а у меня впереди иконка дома. Я как бы назад бегу. Ну да, почти так и получается. Как же много здесь кроликов. О, еще лиственные деревья. Ну-ка. Ну их тоже нельзя рубить. Тут целый лес лиственных деревьев. Так, и мы начинаем сильно мерзнуть.
А, лисички, лисички же добавляют нам температуру. Ну и, наверное, рисковать не стоит. Но нужно уже начинать ставить палатку. Просто не хотелось бы тут где-нибудь замерзнуть. Так, что у нас по карте? Ага, вот так вот. Ну ладно. Ставим здесь палатку. О, почему мы не можем палатку ставить? А, можем. Отлично. Господи, я уже испугался. Ставим костер быстрее. Так, у костра мы согреваемся. И ложимся спать. День 21. Собрать палатку. Взять палатку. А, я не проверил, она оставляется на этом? Нет, на карте она не отмечается. А вот костер уже потух. И сделать я с ним ничего толком не успел. Ну ладно. Сейчас просто для того, чтобы закончить серию. Для вас я это просто промотаю. Сам же я побегу просто напрямую домой. Думал, что по дороге домой не встречу ничего интересного. И показывать вам ничего не буду. Но вот здесь нарвался на такой лесок. Не хвойных, а лиственных деревьев. Небольшой, правда. Ну а я бегу дальше. А вот еще. Интересно. Здесь такие места. А вот еще что нашел. Еще один пруд. Так, а может быть тогда у меня получится найти рогоз? Но здесь я смотрю, вокруг этого пруда ничего не растет. Хм, интересно, возможно здесь водится немного другая рыба. Или, допустим, здесь больше золотой рыбы. Не знаю. Интересно, конечно, хотелось бы и это место исследовать получше. А, ну здесь, в принципе, не так далеко. Смотрите, я бегу по прямой, уже проделал больше половины пути. Однозначно у нас есть возможность сбегать до этого озера. Из дома с удочкой, в смысле, взять удочку дома и прибежать сюда, попробовать порыбачить. Это я где? А, это... Ой-ой-ой. Я понял, где я. Все, спасибо. Спасибо. Да ну... Это безысходность. И он же, зараза, бежит до тех пор, пока не ударит. Ладно, долетели домой. Мы вроде бы не так далеко. И тряпочки у нас есть. Так, крафтим аптечку. Восстанавливаем полученные нами травмы. Немного перекусим. Сохраняемся и будем на этом заканчивать. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока и до встречи в следующих выпусках.